Благодарим Тебя за этот вечер, благодарим Тебя за Твое великое присутствие на этом месте. Господь, просим Тебя, чтобы Ты коснулся сердца каждого из нас этим вечером во имя Иисуса Христа. Отец, благодарим Тебя за то, что можем быть в церкви, можем поклоняться Тебе, можем общаться, можем дружить, можем молиться вместе, но также мы можем слышать Слово Твое. И мы верим, Господь, что вся сила находится прямо в Твоем Слове во имя Иисуса Христа. Молимся, Господь, чтобы нас Ты сделал более стабильными в нашем хождении с Тобою во имя Иисуса. Господь, пускай Слово Твое открывается нам день за днем во имя Иисуса. Помоги нам, Господь, понимать, что источник нашей силы, источник нашего вдохновения — это Слово Твое во имя Иисуса Христа. Отец, я молюсь Тебе, чтобы мы не уклонились ни направо, ни налево, но следовали четко за Тобою, и чтобы Слово Твое было светом, было светильником к нашей ноге во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя, благословляем Твое великое святое имя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь, дорогие. Аминь. Аллилуйя. Пожалуйста, приветствуйте кого-то еще раз, присаживайтесь, спасибо большое, группа прославления. Аминь, здорово. Если можно было бы, да я бы не проповедовал бы, вы бы прославляли бы и все. Да? Но мы, наверное, так, они думают так обо мне, я думаю так о них. Вот, хорошо, хотел бы сегодня проповедовать тогда для нас, для вас. И, во-первых, хотел бы приветствовать из целой команды, если из Ярославля вы приехали сюда на молодежное собрание к нам. Можете встать, пожалуйста? Они приехали специально на молодежное собрание сюда. Мы очень-очень рады, что вы здесь. Поэтому после собрания, если кто-то хочет с ними познакомиться, познакомьтесь. Они приехали сюда. Спасибо вам большое. И когда у нас было 3 минуты знакомства, они пришли и сказали: мы из Ярославля. Поэтому спасибо вам за вашу смелость. Теперь я знаю про вас, что вы есть у нас. Поэтому будьте смелыми, когда у нас есть разное время для того, чтобы общаться, знакомиться. Это очень важно все в церкви. Аминь. Также большой привет вам от пастора Мацулы. Он большой-большой привет особенно всем нам с вами передавал. И вы, молодежь, многие, кто знаете, то, что, ну, вы знаете, как с ним коммуницировать. Завтра у него день рождения, ему 59 лет. Поэтому используйте время, чтобы звонить, поздравлять. Это большая поддержка всегда для него. Он говорил большое спасибо, сегодня утром с ним разговаривал еще раз, что поддерживали его вот в этом трудном времени, когда папа ушел к Господу. Знаете, правда, это большая потеря для нас всех здесь, но на небесах это большое приобретение. Аминь. Аминь. И это еще одна причина, я написал так, чтобы пойти за ним туда. Поэтому вот так, спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали, оказываете. И завтра, когда день рождения, будьте смелыми в том, чтобы поздравлять. Если у вас есть его где-то какие-то, ну, у всех есть его Инстаграм, поэтому да, на взрослых собраниях об этом сложно говорить, но здесь можно. Одноклассника, да, там нет его. Вот, хорошо, хотел бы сегодня проповедовать такую проповедь, и так и назвал ее «Каждый может заботиться». И знаете, несколько недель тому назад я проповедовал на молодежном собрании и говорил о персональной личной вере. Помните, что у нас должна быть личная вера в Бога. И это очень-очень важно и фундаментально. И знаете, без этого на самом деле никуда не уйдешь. И я слышал сейчас на конгрессе, пастор Василий Витюк тоже проповедовал, он тоже касался этой темы, о том, что когда один из учеников спросил у Иисуса, куда этот пошел, он ему говорит: какая тебе разница, куда он пошел, ты иди за мною. Вот этот момент мне очень нравится, да, когда мы воспитываем или внутри себя созидаем нашу личную веру с Богом. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели маленечко с другой стороны и увидели такую вещь, как мы можем заботиться о других людях. Я думаю, что сегодня каждого из нас с вами коснется эта проповедь, и мы с вами посмотрим на церковь маленько с другой стороны. Но для начала хотел бы, чтобы мы открыли вместе с вами Евангелие от Луки, 10 главу. Открывайте ее. Почему? Потому что мы в ней будем находиться долго. Там есть много стихов, которые мы будем читать время от времени. Но вот начнем с 25 стиха. Поэтому, если можете, открывайте вместе со мной. Если нет, то там читайте, если вдруг у вас телефон сел. Луки, 10 глава, 25 стих, написано так. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: Учитель». То есть сам по себе вопрос уже интересный. Да, он, искушая его, сказал. То есть спросил его как бы, вот, ну, понимаешь, да, подставил так его, да, то есть, ну, спросил как-то так его. «Искушая его, сказал: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: а в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твою, и крепостью твою, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И вот об этом я хотел бы сегодня говорить, вот об этом ближнем, о котором Иисус говорит этому законнику, который спросил его, искушая его. Да, он его спросил, да, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, и Иисус его отправляет к тому, чтобы он любил Бога и любил ближнего. И мы с вами знаем, это, наверное, в принципе, две самые главные заповеди, которые есть у человека, правда?
Если человек любит Бога, он должен любить ближнего. Ну или невозможно любить Бога, не любя ближнего. Или невозможно любить ближнего, не любя Бога. Да, это как-то взаимосвязано между собой. И знаете, я сегодня хотел бы проповедовать о чем-то, о чем мы переживаем с вами в нашем молодежном служении. Мы переживаем рост. Нас много, и вот сегодня мы знакомились друг с другом. И я точно могу вам сказать, что у нас у каждого есть сотни людей в нашей церкви, которых мы вообще не знаем. Правда? У меня есть самая такая проблема, когда я знакомлюсь с людьми, которые долгое время в нашей церкви, а они даже не являются лидерами церкви. Я думаю, о, привет, привет. Я не могу запомнить всех, да? Или человек приходит и говорит, я тебе писал где-то что-то ВКонтакте или в Инстаграме. Ну, очень сложно запомнить, потому что, во-первых, фотографии отличаются от жизни, да? А во-вторых, ну, ты уже не помнишь, о чем там была речь. Но смотрите, когда наше молодежное служение растет, у нас иногда бывает такое, что мы переживаем такое короткое общение друг с другом. Допустим, вот на третьем, на четвертом собрании будет друг, или как вот, да? Ну, один из лидеров нашей церкви, ее зовут Камила. Вы, наверное, знаете ее, нет? Она окружной лидер. С Камилой у нас идеальные отношения. Почему? Потому что я вижу ее раз в воскресенье, я ей говорю «Привет», она мне говорит «Привет», я ей говорю «Как дела?», она говорит «Хорошо», я говорю «Рад тебя видеть» и все. И это происходит каждое воскресенье, когда я в Москве. У нас с ней просто идеальные отношения, но мы друг друга вообще не знаем. И какое-то время назад мы сделали такие лидерские завтраки, где стали общаться, да, друг с другом. Знаете, а зачем это ставить сейчас там? Надо, чтобы кто-то помог на проекторе. Там, вы что здесь тут делаете? Это вы 25-й кадр сеете сейчас или что? И у нас с Камилой идеально... Господи. Когда нам говорят, что у нас все идеально в церкви, я думаю, да не все идеально, да? Ну, не, все в порядке, на проекторе все нормально, сейчас мы все прорвемся. Вот эти три фразы, которые мы время от времени говорим, мы «Привет, как дела у тебя, хорошо?» И мы как бы расходимся, дальше не происходит ничего, потому что мы друг друга не знаем. Есть одна цитата, которая звучит так. «Когда мне говорят, нам надо как-нибудь встретиться, я отвечаю, конечно, я тебе перезвоню. Это ложь в ответ на ложь». Понимаете, да? То есть, нам надо как-нибудь встретиться. Да, во, классная идея. Созвонимся. Все. Дальше ничего никуда не идет. Почему? Потому что мы все заняты, у всех все заняты и так далее, и так далее, и так далее. И знаете, нам необходимо что-то менять с вами вот в нашем окружении. Да? Церковь – место любви, церковь – место для всех. Но дальше, смотрите, в этой же главе, 28 стихе написано так. «Иисус сказал ему, правильно, ты отвечал, так поступая, поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний?» То есть он как бы, чтобы ему это не исполнять, да, или как-то вот уйти маленько в другую сторону, то сначала он его искушая спросил, а теперь он пытается отмазаться и спрашивает, а кто мой ближний? И знаете, вопрос сегодня, правда, очень хороший. А кто же наш ближний? Тот, который близко к нам или человек, который нам близок по сердцу? Мы всегда с этим вот как бы разговариваем, да, это как иногда человек спрашивает, а куда мне платить десятину? А могу ли я десятину? Ну, какие-то такие вопросы, которые, ну, сложные теологично, да, или как сложные вот практично в буквальной жизни. Ближний человек, это который с тобой рядом в самолете сидит, это который в метро с тобой едет, или это твой близкий друг. Вот кто ближний, да, то есть надо разобраться в этом. И знаете, вот сейчас слайд, который мы только что увидели раньше, хотел бы, чтобы мы с вами его снова увидели. Сегодня что происходит? Сегодня опять становится как... но в кавычках популярным, самоубийство среди молодежи. В последнее время уверенно набирают обороты проблема подросткового суицида. Основные причины самоубийства в столь раннем возрасте – это неудачные попытки справиться с навалившимися проблемами в школе или семье. Родители часто не понимают своих детей и называют, навязывают им свое мнение. Своими действиями они оказывают серьезное эмоциональное давление на еще не сформировавшуюся психику ребенка, заставляя его решать свои проблемы самостоятельно, часто не пытаясь вникнуть в ситуацию и попытку помочь. Вам будет это очень понятно, я сейчас такую мысль вам скажу, да? Я на библейской школе когда проповедовал, знаете, все взрослые пытаются оторвать людей от телефонов. Сталкивались с этим, да? То есть они говорят, что ты там все время в телефоне сидишь? Бывало такое? Нет, вам... Ты, конечно, слышал такую фразу в своей жизни? Но знаете что, они не разбираются, где мы там сидим или что там происходит на самом деле. Я, допустим, мне говорят, почему ты все время находишься с телефоном? Я говорю, ну я должен быть на связи, отвечать людям. Нет, ты должен отложить свой телефон и так далее, и так далее, и так далее. Моя мама, она находится в возрасте. Если завтра с ней что-то случится, а мой там телефон находится, я не отреагирую, я потом себя никогда не прощу, что я не отреагировал. Поэтому я лучше буду с телефоном. Или какие-то другие моменты. Или, допустим, взрослые не так говорят, ты там пропадаешь в телефоне. Но знаете, есть блогеры, которые ты смотришь и... они, наоборот, тебя как-то, ну, обогащают. Это хорошая информация, которую ты смотришь, 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 она тебе нужна. А есть плохая информация. Если бы взрослые разбирались, что смотрят там подростки, они бы иногда бы не атаковали так часто, как атакуют. Но из-за того, что они не разбираются, что там происходит, они начинают атаковать. Но самое интересное, знаете что, мы сегодня говорили об этом на взрослых собраниях. Для кого-то мир социальных сетей, он нереальный, а вот живой мир реальный. Но скоро все изменится, и мир социальных сетей станет гораздо реальным, чем мир реальный для реальных людей. Вот как-то так, да? Ну, в соседних комнатах друг другу смс-ками писали?
Удобнее же, правда, что кричать туда? Написал ему, приходи, да. Если интернет слабый, то думаешь, блин, ну когда дает уже смс, хотя он в другой комнате сидит, да. И, ну, в общем, эти все вещи происходят. Смотрите. В школе же ситуация обостряется огромной загруженностью и возникшей из нее усталости, проблемы в общении, стеснительность, замкнутость. Вот сейчас интересно. В России около 2300 самоубийств были зафиксированы за 2017 год. Мы говорим с вами о подростках, о молодежи. 2300 самоубийств. Это получается, если мы разделим на дни, то в день по несколько самоубийств происходило в нашей стране. Это только официальные данные. По другим источникам число смертей достигло 3000. Из них детский и подростковый суицид 720. По два подростка в день заканчивается жизнь самоубийством в прошлом году в нашей стране, относящаяся также к группам смерти. Причины самоубийства среди подростков. 25% это проблемы в личной жизни, 17% проблемы в семье с родителем, 15% проблемы со сверстниками, учебой в школе, 11% какие-то неудачные проблемы с деньгами, чувство одиночества, нежелание жить и бороться со своими проблемами, безысходность, наркотики, алкоголь, невозможность обрести свое место в жизни, минутная слабость, смерть близкого человека. Вот эти проблемы, с которыми, если мы могли посмотреть с вами, а мы-то тоже здесь в церкви находимся, мы не обходим эти проблемы стороной, мы тоже время от времени переживаем какие-то вещи в своей жизни. Ежегодно каждый 12-й подросток в возрасте 13-17 лет пытается совершить попытку самоубийства. Да? Россия на втором месте после Литвы по уровню завершенных самоубийств. Число законченных суицидов среди юношей в среднем возрасте в 3 раза больше, чем среди девушек. Девушки пытаются покончить с собой в 4 раза чаще, чем юноши. Я думаю, вообще страшно. Самые высокие показатели самоубийств отмечены среди низкоквалифицированных рабочих, которые трудятся и живут в изоляции от социума. Наверное, может быть, вы слышали, а может быть, нет, но несколько недель назад, даже не месяцев или там годов, а несколько недель назад было несколько таких трагедий в нашей стране. Первая из них – это две сестры из Ижевска. Одной 12, другой 15 лет. Мария и Анастасия, они совершили самоубийство, оставив в Инстаграме предсмертные записки и выложив видео. Незадолго до гибели одна из девочек рассталась с молодым человеком, а у другой произошел конфликт с родителями. Родители пытались надавить на нее, проверить ее на разные там вещи. На крыше девочки сняли последнее фото и видео для социальных сетей. В предсмертной записке они просили никого не винить и передали привет близким. Я думаю, а если бы у них были взаимоотношения с родителями? Дружеские взаимоотношения, наверное, бы это не случилось, потому что вот эта почва стала проблемой причиной для того, чтобы они это сделали. Родители, друзья и сверстники вокруг. Но более страшное самоубийство произошло, или убийство, а потом самоубийство произошло в ночь на 23 января 2018 года, несколько месяцев назад. В квартире в центре Москвы были обнаружены тела 19-летнего студента, который учился в Бауманском университете. Да, и его сверстницы. Они снимали вместе квартиру. Он убил ее и потом несколько раз изнасиловал. И все это записал на своей страничке ВКонтакте и выложил все это в онлайн. Это было самое страшное. Я читал эту переписку, когда она была еще доступна. Я думаю, а как это вообще возможно? Это же 19 лет человеку. Это, по сути, молодой человек. Эти вещи, которые сегодня происходят, да, и он написал так. Одна из его цитат оттуда. «Убить человека очень легко, а осознавать это нет». Зато теперь можно будет проверить, есть ли жизнь после смерти. Очень сильно хочется лечь спать и понять, что со мной будет после всех этих событий. Написал он перед самоубийством. Думаю, это представляете себе общество, которое лишается общения, лишается дружбы, потому что если кто-то бы увидел, что с ним происходит, или были бы рядом близкие друзья, которые могли бы как-то с ним разговаривать, общаться, вытаскивать его, да, или всякие разные вещи. Другая статистика говорит, что большинство самоубийств в мире происходит во время Рождества или Пасхи. Ну, в основном Рождества, потому что семьи собираются вместе, празднуют Рождество, у всех все классно, все здорово, подарки, там отношения, любовь и все эти вещи. Тот, кто находится один, он думает, а я совсем один. И выпрыгивает в окно или делает другие разные вещи. И знаете, хотел бы дальше продолжить, вот после всего этого длинного списка, хотел бы открыли, чтобы мы с вами Луки 10 главу дальше продолжили ее читать. И написано с 30 стиха. «На это Иисус сказал ему, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо». Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел его и, увидев его, сжалился над ним. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. Если сдержишь что более, то я, когда возвращусь, отдам тебе. И Иисус задает вопрос, кто из этих троих, думаешь, был ближний попавшемуся разбойникам?
Он сказал ему, оказавшему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты, и поступай так же. Вот эта история, которую мы с вами наверняка читали в Писании, может быть, даже видели какие-то сцены, может быть, какие-то постановки театральные. Человек, которого изранили, избили, он там лежит на дороге, мимо него проходит священник, левит и самарянин. И знаете, если бы можно было переложить историю на сегодняшнее время, я бы хотел бы маленечко, чтобы мы посмотрели ее чуть шире. Часто, когда мы смотрим на эту историю и думаем, о, священник прошел, не помог. Какой он, а? Левит прошел, посмотрел и не помог. Вообще кошмар. И вот этот самарянин, который проходил, да, он помог ему. И знаете, вот небольшой такой экскурс. Священник по закону священниками могли становиться только потомки Аарона, законорожденные, без порока на теле, незазорные в поведении своем и супружестве. Вот потомки Аарона. Левиты, часть евреев, представители колена Левия, за исключением Кенов. Из левитов набирались служители, певчие, музыканты, да, там, они были позже в Скинии, а позднее в Иерусалимском храме. То есть такие вот отделенные служители. Самаряне, кто они были? В Иудее тех лет самарян считали раскольниками, еретиками, почти язычниками. То есть, да, с ними даже не общались, там, ну, они как бы были вообще в другой стороне, да, то есть это вот, ну, грубо говоря, там, варвары, там, какие-то агрессивные ребята, которые находились там. И знаете, что происходит? Я вот хотел бы сегодня эту историю маленечко посмотреть вот в таком вот как бы нашем времени. Я сам пастор, почти 19 лет. И знаете, на служителей часто смотрят так, как будто они вообще все здесь всегда могут. Мы так иногда разговариваем друг с другом, с пасторами, со служителями. Я говорю, вам часто люди звонят, спрашивают, как у вас дела? Ну, обычно, если тебе человек звонит, а даже когда ты видишь фамилию, которая там тебе звонят, ты понимаешь, что сейчас надо делать. Самая страшная фраза, знаете, какая у нас? «Привет, нам нужно поговорить». Все. Ты представляешь этого человека, его картину, его жизнь, семью, и думаешь, так, что у него из этого случилось? Самое страшное, знаете, когда ты решил одну проблему, сразу же появляется другая. И вот это никогда не заканчивается, да? То есть это такой круговорот воды в природе. Иногда бывает так, что ты встречаешься с людьми. А иногда, знаете, какая картина бывает? Я не знаю, может, вы на это попадались, вам сейчас, может быть, легче станет. Иногда ты идешь мимо пастора Мацулы, а он мимо тебя проходит и даже не здоровается. У кого было такое? Я это переживал много раз в своей жизни. Я хорошо его знаю, да, и знаю, что в его жизни происходит. И в данный момент он мог же быть абсолютно загруженным. Просто думая о каких-то разных делах и совсем не видя меня и не понимая меня, ну, то есть, как бы вот просто прошел мимо и даже не заметил. И если я не понимаю его, я стою и думаю, а что это ты мимо меня прошел? Ты же пастор вообще, должен быть приветливый, церковь вместо любви, там, церковь вместо там всего-всего-всего-всего. А почему ты так делаешь? И я понимаю, знаете, я не хотел бы выступать сегодня в защиту этих священников и левитов, которые там прошли мимо, потому что я думаю, что можно было бы помочь и все остальное. Но и здесь Иисус делает акцент совсем на другом. Мы иногда с вами слишком уповаем вот, на Моисея, который сидит, и к нему длинная очередь стоит. И помните, там Иофор вмешался и говорит, Моисей, что это такое происходит? Моисей сидит, и в него длинная очередь, он там проблемы решает людей. И не может их решить, потому что очередь никогда не заканчивается. И уже все думают, когда же Моисей умрет? Ну, потому что он должен умереть, если он столько людей встречается и там решает их проблемы. И вот здесь я хотел бы отвлечь наше внимание от этого священник от этого левита и переключиться вот на этого самарянина, который не должен был помогать. Но Иисус этому законнику Иисус говорит, ты поступай так, как поступил этот самарянин. Смысл в этой истории, и мне это очень нравится, что не только пасторы, не только лидеры, не только там служители всякие-всякие разные должны и могут заботиться о людях, а я думаю, что человек может заботиться о человеке, неважно, какой у него статус. То есть мы можем проявлять с вами заботу, даже не имея никакого статуса абсолютно. Ну, то есть, другими словами, мы можем спросить, как у кого дела на следующей неделе, не имея никакого статуса в церкви. Спросить, мне понравилось однажды, я был на домашней группе у Кирилла Деденька, мне нравилось, как они писали там молитвенные нужды, друг другу их смешивали, раздавали, и каждый теперь молился за кого-то. Я думаю, а как, ну, если так вот посмотреть, думаю, а как этот человек может молиться за кого-то, а у него же нет, он же теперь не лидер домашней группы, он же там ничего не делает в церкви, как он может молиться? Может ли молиться он или нет, как думаете? Может, конечно же, может молиться, может спросить, как дела. И знаете, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на ситуацию в большой церкви. Если сегодня бы в нашей церкви было бы 20 человек, я вам точно могу сказать, я позаботился бы о каждом из вас идеально. Правда вам скажу. Да, однажды один парень на пасторской школе сказал, надо каждый день всем звонить, спрашивать, как дела. Я думал, как это в нашем случае сделать? Некоторым из вас даже вообще не понравится, что я вам позвоню, скажете, не можете написать смс лучше, да? Или еще что-то, да? То есть, ну, какие-то вещи такие. Я понимаю, что в нашей реальности не все это подходит. Но смысл в том, что каждый человек может помогать кому-то.
То есть мы не просто живем сами по себе, но мы живем в большой церкви или в большой семье, и мы можем подумать так, ага, как я могу позаботиться? Знаете, что интересно? Я наблюдал такую картину много раз. Когда в семье рождается один ребенок, родители запаренные. У нас ребенок родился. Ничего не успевает, ничего не получается. Но я увидел, что чем больше детей в семье, тем родители свободнее. У меня есть много семей в нашей церкви, у которых по одному ребенку, и они запаренные. А есть одна семья в нашей церкви, пастор Борис и Мария Готовцевы. У них 6 детей. И они более свободны, чем тех, у которых один. Потому что там, где 6 детей, там друг о друге они сами заботятся. То есть там дети, когда есть один ребенок в семье, он долго учится ходить, есть там все остальное. Когда появляется второй ребенок, вот, допустим, у Жени с Алиной скоро появится второй ребенок, он научится ходить быстрее, чем первый. Потому что ему захочется ходить, глядя на этого первого. Он все научится, и этот первый научится его как ложку держать, какие-то разные другие вещи. То есть они друг от друга учатся, потому что они находятся вместе в одной семье. И смотрите, дальше хотел бы, чтобы мы открыли с вами второе послание к Коринфянам. 6 глава с 1 стиха. 2 Коринфянам, 6 глава с 1 стиха. Апостол Павел говорит здесь так. Вы все понимаете, правда, дорогие? Да. Все, вы со мной, да? Интересно? Спасибо. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». Апостол Павел говорит о чем-то, что мы приняли, чтобы это было не бесполезно. То есть он говорит, вы что-то приняли, и мы надеемся, что это будет работать в вас. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Смотрите, дальше он говорит, «Мы ни в ком, никому, ничем не прилагаем, не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, постах, в чистоте, благоразумии, великодушии, в благости, в Духе Святом, нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести, бесчести, при порицаниях, похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас называют, нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчаются, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне. Сердце наше расширено. Апостол Павел говорит, вот посмотрите весь список, в котором мы находимся, он говорит. У нас это происходит, это происходит, это происходит. В другом месте написано, Павел, он говорит, я палатки там шью, люди ко мне постоянно идут, послания пишу. То есть у него такая занятая жизнь. И он говорит, что мое сердце, апостол Павел говорит, вот так сильно открыто для всех вас. Он вот это говорит, да? Он сильно открыто, он говорит, для всех вас. И дальше смотрите, что он говорит. Он говорит, вот в равное возмездие говорю как детям. «Распространитесь и вы», в 13 стихе. В 12 он говорит, «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». В равное возмездие говорю, как детям, «Распространитесь и вы». Апостол Павел говорит, «Вы видите пример моей жизни, что у меня постоянно вот это происходит, это происходит, это происходит». Теперь он говорит, «Возьмите пример от меня и поступайте точно так же». Другими словами, если мы видим, что наши лидеры, пасторы, служители, они много заботятся о людях, делают какие-то разные другие вещи, это пример для нас, как поступить точно так же. Апостол Павел говорит, «В нашем сердце не тесно». Однажды, я помню, проводил такую, мы делали такой сочельник, давным-давно мы еще проводили так его, и мы рассказывали, как праздновать Рождество. А в тот момент мы решили с Катей, что мы будем Рождество праздновать только в семье. Вот только сами, все, потому что мы постоянно празднуем Рождество, куча людей, вот там все это происходит, и по несколько раз одно и то же все у нас это случается. И мы решили тогда, мы будем праздновать Рождество только своей семьей, только у нас появилась Лиза, Софа, там, я помню, как это все это произошло. Я помню, вот у нас сочельник, и я рассказываю людям, как праздновать Рождество, как это все происходит, то, другое. Я смотрю, у людей прям появляется вот надежда. И дальше во всей этой истории я понимаю, что я должен закончить так, что все. И завтра Рождество, и я понимаю, что этим людям, которые вокруг меня сидят, негде Рождество праздновать. То есть завтра праздника не будет. Они как бы знают все о празднике, но праздника завтра не будет. И я прям по ходу этой истории говорю, если вам негде праздновать Рождество, приходите к нам домой. Ну потому что куда им завтра идти? Ну то есть мы им рассказали, как это классно будет все. Ну, сказали, если будете себя хорошо вести, то еще в бассейн воду нальем, да, вот это примерно такая история. Я помню, собрал всех домой, мы тогда у нас дома праздновали Рождество. Потому что, а какой смысл-то все это рассказывать? И знаете, сердце наше, говорит апостол Павел, не закрыто. Оно открыто максимально. Но теперь он говорит, распространитесь и вы. То есть теперь и наше, и ваше, и наше сердце должно быть открыто также для других людей. Аминь. В другом послании он говорит, во втором послании, также в 12 главе, 15 стихе, он говорит так. «Я охотно буду издерживать свое». И истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Апостол Павел говорит, неважно, что со мной происходит, я буду все равно распространять свое сердце. И мы видим его отношение к пастве, к людям, которые находились там. И знаете, я иногда смотрю вот на наших пасторов, на служителей, вот эти все процессы, которые происходят в их жизни. Я думаю, слава Богу, что мы схожи с Писанием. Но это не только односторонняя штука. Это также и в другую сторону.
Это не только когда сердце служителя открыто, также когда сердце паствы также открыто для других людей. Когда мы в церкви можем помогать и заботиться о разных людях, которые находятся вокруг нас. Аминь. Третья глава первого послания Иоанна написана следующее. Написано так. 1 Иоанна 3, 11 и дальше. «Ибо таково благовестие, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата были праведны. Не удивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. Вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев своих». Аминь. Скажите аминь, дорогие. Смотрите, это прям послание, первое послание Иоанна. Я даже к Евангелию от Иоанна присоединил бы его, потому что один и тот же автор. Он говорит, вот всякий ненавидящий брата своего пребывает в смерти. Но любовь-то мы в том познали, что он положил за нас душу свою. И знаете, иногда мы можем этому радоваться. И думать, вау, слава Богу, Бог ты такой прекрасный, ты за нас свою жизнь отдал. Я помню, как однажды Олег Попов проповедовал и сказал так. Я, говорит, молился где-то, ходил там и говорил, Господь, спасибо тебе, что ты вот своего сына отдал за нас, за грешника, все прочее. Вот так, 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 так. Он говорит, прям я услышал Божий голос в свое сердце. Говорит, Иисус отдал, и тебя не пожалею. И тебя тоже отдам людям другим. И знаете, вот в том, смотрите, и мы должны полагать души свои за братьев. То есть, когда какие-то сложности случаются, какие-то проблемы, когда что-то еще случается, мы должны воспламеняться, мы должны активироваться, мы должны понимать, а что же я могу сделать для кого-то? И не ожидать, что только священник, или не ожидать, что только левит может это сделать. Я сам могу о ком-то позаботиться. Я точно уверен, что человек, который был хотя бы на нескольких богослужениях, уже может проповедовать. Человек, который покаялся, он уже может через час проповедовать другому человеку, потому что он пережил что-то новое в своей жизни. Если за тебя молились, если ты когда-то с кем-то молился, ты теперь можешь молиться за других людей. Аминь. И он говорит, даже до смерти нужно помогать братьям своим. Хотел бы прочитать несколько цитат сегодня вечером. Одна из них, это цитат, несколько цитат, и первая из них, это Мартин Лютер написал ее. Он сказал так, если ты не можешь позаботиться о человеке, то я не проповедую ему. И мне так это понравилось. Но поймите правильно, если так, то мы, наверное, никому не будем проповедовать, да? Но часть правды есть в этой цитате. То есть, если ты проповедуешь кому-то, то теперь нужно что-то еще дальше сделать. И я хотел бы вдохновить вас, особенно тех, кого, когда вы кого-то приглашаете в церковь, и человек спасается. Когда человек вышел на первый ряд, прочитал молитву покаяния, вам не нужно переставать за него молиться. Потому что сейчас будут самые большие атаки в его жизни. Вам нужно, наоборот, его познакомить с многими людьми в церкви, потому что сейчас у него не стало друзей. И ему нужны новые друзья. Ему нужно вовлечься в служение церкви, потому что там происходит рост. Вам, возможно, взять его нужно и повести на домашнюю группу. Вам теперь нужно еще много всего сделать после того, как он покаялся. А иногда мы, знаете, человек спасся, мы думаем, он все сделал уже. Ну, как бы, в ту комнату отвели его, и все. Вы, кстати, знаете, там комната есть, да, там, когда вот... Это не Бермудский треугольник. Да, то есть он ушел туда, и все. Я в детстве боялся Бермудский треугольник. Ты слышал про это, да? Лера, да? Паша, где он находится, не знаешь? Да есть такого? Нет понятия вообще где-то в небе? Нет такого, да? А? Дыра есть воздушная? И если ты, он говорит, если не можешь позаботиться о человеке, то есть какая-то забота должна быть проявлена нами. Аминь. То есть из этой фразы мы не должны не проповедовать больше, но первый шаг – это покаяние. Второй же шаг – это забота о спасенном человеке. То есть мы можем что-то начать делать, вовлечь его в служение церкви, в жизнь церкви. Хотел бы прочитать еще несколько цитат, которые, думаю, понравятся вам, я вот как бы дополнит проповедь то, о чем я говорю. Тоже Мартин Лютер сказал так. Он сказал так, «Никто не должен покидать своего ближнего, когда тот в беде. Каждый обязан помочь и поддержать своего ближнего, если хочет, чтобы ему и самому помогли в несчастье». Вы знаете, я иногда обращаюсь к кому-то за помощью, и я абсолютно уверен, что мне помогут, потому что я также помогаю другим людям. Вы знаете, мы те, кто в Москве живем, мы уверены, что нас по всей России готовы принимать, потому что мы на молодежную конференцию принимаем всех здесь. И когда кто-то из нашей молодежи едет куда-то и просит, чтобы его где-то приняли, я смело звоню там молодежному пастору и говорю, вы должны принять этого человека. Почему? Потому что мы тут тысячами принимаем в Москве. У нас у всех кто-то когда-нибудь живет дома. Правда? Ты выходишь и думаешь, здравствуйте, да, это вы откуда? Да, и кто-то всегда живет где-то, и поэтому мы можем спокойно обращаться к другим людям, потому что и к нам люди также приходят. И знаете, вот Лютер сказал, мы должны поддержать другого человека. Дальше он сказал так. «Любовь порождает радость».
добрую волю и свободу в душе, которая охотно служит ближнему и не считается с благодарностью и неблагодарностью, хвалой или хулой, приобретениями или утратами. Любовь порождает радость, добрую, великую свободу в душе, которая охотно служит ближнему. Вот если ты переживаешь любовь, ты хочешь кому-то помочь, хочешь что-то сделать. Аминь. Любовь подобна теплу, должна согревать со всех сторон и склоняться в ответ на любую мольбу наших братьев. Вот это христианская жизнь такая одна. Если ты слышишь какую-то просьбу о помощи, если кто-то в чем-то нуждается, то ты открыт к тому, чтобы помогать. Дорогие, аминь. Мать Тереза. Не могу не упомянуть ее, вы знаете, наверное, о том, кем она была и что она сделала, но вот несколько цитат ее хотел бы сказать сегодня также. Она первая сказала так: «Я знаю наверняка лишь одно. Если бы люди сильнее любили друг друга, наша жизнь стала бы значительно лучше». Это правда. Если бы люди на земле любили друг друга, все, мир был бы совсем другим, он бы изменился бы гораздо быстрее. Дальше она говорит так: «Самое важное лекарство – это нежная забота и любовь». И знаете, я это пережил однажды в своей жизни. Я помню, когда мы забирали нашу старшую дочь из дома малютки, из больницы, откуда мы забирали ее домой, у нее были там разные отклонения какие-то в здоровье. И мы сказали: а вот это что здесь такое? И врач неверующая посмотрела на меня и сказала: знаете, любовь лечит разные проблемы. Когда вы заберете ее домой, это все пройдет. Я прям помню, когда мы окружили ее любовью, я даже не помню, какие там диагнозы у нее были, их ни одного нету больше, что даже их и не помню. Но там были предписания. Но врач сказала, что когда вы домой заберете ее, любовь, она все покроет. Я думаю: вау, это так здорово. Величайший грех, дальше сказала мать Тереза, величайший грех человечества – это ненависть. Это не ненависть, а равнодушие к своим братьям. Вот это не должно никогда у нас произойти. Величайшая нищета – это нищета сердца. Одиночество и ощущение, что ты никому не нужен – самый ужасный вид нищеты. Легко любить дальних, но не так легко любить ближних. У всех у нас есть самый лучший друг, который находится на другой стороне мира. Ну, как у меня Камила, да? То есть мы с ней вообще идеально. Молодец, что не обращается ни с какими проблемами ко мне. Так любовь сильнее, да, крепче. Любить дальних легко, но ближних любить гораздо сложнее. Великая радость заключена в том, чтобы посвятить себя служению другим людям, сказала мать Тереза. И знаете, через все эти фразы, цитаты, которые, или местописания, которые я сегодня читаю, я думаю, что у нас проснется какая-то вот дополнительная любовь, чувство сострадания к другим людям вокруг нас. Бытие написано, 4 глава, 9 стих. Бытие 4:9 написано так. «И сказал Господь Каину». Вот эта история, знаете, она так вот, знаете, написал сегодня в Телеграме, Иисус спросил у женщины: «А где твой муж?» Так вот как-то аккуратно спросил ее. И здесь тоже Бог спрашивает у Каина: а где Авель, брат твой? И знаете, в этот момент я знаю прекрасно, что Бог знает, где кто находится в данный момент. Да, сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю. Разве я сторож брату моему? И знаете, это такая ужасная фраза, которую я бы не хотел, чтобы звучала в нашей церкви. Я бы никогда не хотел, чтобы наша церковь называлась Каин. Да, у нас не так церковь называется, слава Богу, правда? Церковь Каин, когда никому нет ни до кого дела. Группа прославления, если можете, да? Когда нет никому ни до кого дела, так не должно быть. Он сказал: я разве сторож брату своему? И знаете, да, мы сторожа нашим братьям. Да, мы интересуемся, как у кого дела. Да, мы спрашиваем, да, мы звоним, да, мы разговариваем. Да, мы иногда некорректно это делаем, как бы не хотелось. Хотелось бы, чтобы все поступали, как пастор Олег Попов проповедовал 2 недели тому назад и говорил о корректности, как нужно подходить к какому-то человеку или как нужно обращаться. Хотелось бы, но не всегда так происходит. Но мы не как бы забиваем на то, что происходит в жизни других людей. И знаете, хотел бы спросить, а делаем ли мы что-нибудь, когда мы кого-то недовидим в церкви? Ну, то есть кого-то нету, да, в церкви. Мы проявляем какой-то интерес, какое-то внимание. Думаем, а где ли тот или другой, или проводим какое-то время в своей жизни, когда вспоминаем кого-то, кого мы давно не видели. И знаете, самое классное, наверное, это узнать, что этот человек находится на другом богослужении. Или еще лучше узнать, что этот человек находится в другом городе, но все равно в церкви. Или еще узнать, человек поехал куда-нибудь на миссию, что с ним происходит. Когда ты понимаешь, что у него христианская дальше судьба, все в порядке. Но иногда мы слышим совсем другие истории. Но мы иногда боимся эти истории слышать, поэтому не спрашиваем. А нам нужно все равно спрашивать. Вы знаете, мы должны понимать одну вещь, что человек, который замерзает на холоде, он не осознает, что он замерзает. То есть нет такого, что человек, вот знаете, если посмотреть докторов, они рассказывают об этом, что человек замерзает, и он чувствует, что он засыпает. У него нет той паники. То есть он просто и все, и угас. И вот человек, который находится в духовной смерти, примерно то же самое происходит.
Но необходимо кому-то его разбудить. Необходимо с кем-то о нем, кому-то с ним поговорить. Или необходимо просто побыть рядом с этим человеком. И знаете, я недавно вспомнил одну историю. Вспомнил ее почему? Потому что один человек, его зовут Миша Накарашвили, вы наверняка знаете его, он лидер группы Нутеки. Но я помню, когда эта группа называлась группа Кифа. Вы, наверное, не знаете, у них там можете в интернете зайти, сегодня послушать песни, вы порадуетесь, совсем другие песни, может, даже не поймете слов, там, вы тоже их не понимали тогда, пели там «Гагарин жив», там, ну, всякие разные вещи. Но знаете, интересно, что случилось, когда они 10 лет тому назад решили, Миша, Мотя, еще ребята, решили пойти в проект «Год для Бога», они жили в Беларуси и решили приехать сюда, учиться в библейской школе, быть вместе с нами. Один из, он продюсер их группы, забрал у них название группы, забрал тексты, забрал музыку, проклятие всякие сыпал там им в жизнь. Когда я узнал об этом, я сел в машину и поехал прямо туда. В ночь выехал прямо в Минск, в Белоруссию, чтобы разговаривать с их родителями, разговаривать с ними. Им-то было по 17 лет. Разговаривать с этим товарищем, который себя назвал продюсером. И знаете, я чувствовал такой подъем в своей жизни, когда ехал туда. Думаю, кто-то должен за них заступиться. Взял Сашу Патлица в машину, говорю, поехали вместе разговаривать. Он там в Беларуси, уважаемый человек. Говорю, все, мы с тобой победим здесь любого. И просто заступился за них. И знаете, я помню, они приехали, прошли проект «Год для Бога». Сегодня мы знаем, как команда, которая по всему миру проповедует Евангелие. Но когда-то было, кто-то за них заступился. Почему я эту историю рассказываю? У нас с Мишей есть один друг, который отступил. И я сейчас не помню, где я виделся с ним. В Эстонии я виделся с ним, с Мишей. И он спросил меня, сказал, поехали с тобой. Он мне говорит, поехали с тобой, навестим этого человека. И знаете, когда он это сказал, я понял, откуда он эту мысль-то взял, потому что из Минска нужно ехать в Киев. То есть это не просто ты через дорогу перешел и позаботился о человеке. Я говорю, Миша, я уже с ним связался. Встречу с ним в ближайшее время и сможем поговорить мы о его жизни. Знаете, мне понравилось, что он впитал в себя вот это отношение, как нужно сделать. И знаете, вот так у нас должно быть. Иногда это ты проходишь через дорогу, а иногда нужно ехать километры, чтобы с кем-то разговаривать, о чем-то разговаривать и откуда-то вытащить человека. Происходят разные вещи, но мы должны воспламеняться. Если мы слышим, что что-то с кем-то случается, мы не просто ужасаемся. И такие раз с кем-то поговорить и что-то рассказать. Нет, нужно встретиться с человеком. Поехать, найти, поговорить, пообщаться, спросить, как дела, просто быть рядом. Я помню, другой человек, он приехал из другой страны в наш город, и, ну, приехал уже как неверующим человеком. И весь христианский мир обрушился на него. Я помню, а я с ним встретился и говорю, как у тебя дела? Что в жизни происходит? И знаете, мы открыли для него церковь, и он пришел и до сих пор ходит в нашу церковь. Но я думаю, а если бы мы тоже просто атаковали бы его и сказали, о, ты неверующий теперь. Да нет, не в этом-то суть. Иисус знает, что Каин убил Авеля. Он спрашивает, а где брат твой? Иисус знает про эту женщину, которая пришла к нему около колодца. Он знает, что с ней происходит. Спрашивает, а можешь мужа своего позвать? Так аккуратно, знаете, не просто, а где твой муж? Что ты пришла сюда вообще? 5 раз замужем была. Нет, не так. А вот подходит так и аккуратненько. И знаете, возможно, сегодня хотел бы сделать такое практическое направление для нас всех. Если ты чувствуешь, что ты один, и тебе не с кем общаться, и ты вот на грани, или у тебя нет друзей, может быть, знакомых, сделай хотя бы один шаг. Приди на первый ряд сюда, после собрания, на ресепшн, куда-то. Скажи, я хочу попасть в домашнюю группу. Вы знаете, человек, который находится в домашней группе, у него шансов спастись больше. Там молятся, заботятся, там что-то найдут тебе. Лидер тебе позвонит как минимум в неделю, спросит, будешь ли ты на домашней группе. Ты скажешь, он мне только поэтому и звонит. Уже хорошо. Тебе кто-то звонит уже, спрашивает, будешь ли ты на домашней группе. Там потеряться сложнее. Если так происходит, то приди кому-то из пасторов или служителей, поговори. А другая сторона, если ты думаешь, а я могу о ком-то заботиться, то тоже пойди в домашнюю группу. Потому что там нужны люди, которые могли бы о ком-то все время заботиться. Аминь. Нас не хватает всех. Смотри везде, и ты увидишь. Я иногда смотрю на людей, которые где-то одни находятся. И мне хочется к ним подойти сразу же. Подхожу к некоторым, разговариваю. Что человек, который сидит один, это не обязательно такой, знаете, по природе интроверт. Просто, ну, есть не все смелые. У нас, знаете, мы так сделали, не знаю, как сейчас происходит, но у нас есть целая команда ребят, которые, когда кто-то раньше уходит, они за ними идут в собрание, чтобы спросить, а что, все в порядке у них? Потому что некоторые люди, которые ни с кем не общаются, никого не знают, они уходят чуть раньше в собрание, потому что им неудобно с кем-то поговорить. И мы догоняем их и спрашиваем, а все ли хорошо у вас? Не получается у них незаметно исчезнуть. Пойди в домашнюю группу, смотри везде, начинай с кем-то общаться. Это очень важно, потому что когда ты общаешься, ты узнаешь о чем-то. Что происходит, и потом ты можешь позаботиться. И знаете, хотел бы сегодня так вот собрать две проповеди в кучу. Первое – это, да, важна персональная вера. Но второе – также и важно, чтобы мы каждый проявлял заботу друг о друге.
обычные люди, мы с вами обычные прихожане церкви, обычные христиане, можем заботиться друг о друге. Я встречал так много историй, людей, которые совсем не являются пасторами, лидерами или какими-то служителями, но у них такие хорошие семьи, у них такая хорошая история, и они так хорошо заботятся о ком-то. Я думаю, слава Богу за них, потому что они тоже часть церкви, они часть заботы для других людей. Я думаю, если ты попал в церковь, то ты уже попал в защиту. И не обязательно, чтобы кто-то из пасторов это сделал или из служителей, но кто-то там в зале может позаботиться о тебе. И мы можем заботиться друг о друге. Аминь. Давайте поднимемся вместе. Хотел бы помолиться сегодня также очень конкретно вместе здесь с нами в зале. Хотел бы просить так молиться. А давайте мы попросим сейчас Святой Дух, чтобы Он показал нам людей, которые не в церкви сегодня, которые, может быть, проблемы какие-то в своей жизни переживают. Господь, мы молимся сегодня здесь во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты показал нам тех людей, которым нам необходимо позвонить, может быть, написать, спросить, как у них дела, обратиться к ним во имя Иисуса Христа. Я молюсь Тебе, Господь, чтобы Ты показал нам Духом Святым, перебрал весь наш список друзей, знакомых, которых мы когда-либо знали или знаем, или видели в церкви. Помоги нам, Господь, во имя Иисуса Христа. Отец, я молюсь Тебе, чтобы церковь была на самом деле местом заботы и любви во имя Иисуса. Отец, я молюсь Тебе, чтобы через сегодняшнюю проповедь мы увидели, что мы также можем заботиться о тех, кто находится справа или слева, сзади или спереди в нашем зале, в нашей церкви. Во имя Иисуса. Отец, я молюсь Тебе, чтобы мы увидели, что нам не нужен статус для того, чтобы заботиться о ком-то. Нам не нужен статус для того, чтобы молиться о ком-то. Нам не нужен статус для того, чтобы проявлять заботу о ком-то. Во имя Иисуса. Отец, я молюсь Тебе, чтобы мы увидели это, что мы вместе, как одна большая семья, как одна большая церковь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал нам эти имена сегодня вечером. Святой Дух, я прошу Тебя, чтобы Ты напомнил нам эти имена людей, которых мы знали, видели или слышали когда-то, или даже, может быть, общались с ними когда-то в церкви, но сегодня мы их давно уже не видели. Мы верим, Господь, что церковь – место любви. Церковь – место заботы. Церковь – место поддержки. Церковь – место утешения. Церковь, где мы проявляем любовь и уважение друг к другу. Во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты говорил и говорил в наше сердце во имя Иисуса. Помоги нам, Господь, услышав, увидев эти имена, записать их себе и обязательно понять, как с ними связаться. Во имя Иисуса. Молюсь, Господь, чтобы через нашу заботу, через нашу любовь, через наше христианское сострадание они снова вернулись к Тебе. А может быть, у них просто какие-то трудности, они даже сейчас находятся здесь, рядом с нами в церкви, но что-то переживают в своей жизни. Помоги нам, Господь, простираться к ним во имя Иисуса. Помоги нам быть заботой, поддержкой, утешением для наших братьев во имя Иисуса Христа, брав тот самый пример от Тебя, когда Ты отдал свою жизнь за нас, и нам помоги также, Господь, полагать свои души за людей, которые находятся рядом с нами. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Благословляем Твое великое и святое имя. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.